Я вас приветствую, продолжаем нашу серию обзоров гравийных велосипедов, и я вам представляю трек Checkpoint SL7 от американского бренда Trek на навесном оборудовании SRAM Force и SRAM XX1 Eagle, такой вот электронная трансмиссия. Тут у нас находится батареечка, все красиво, и дуалы у нас установлены SRAM Force. Карбоновый шатун с SRAM Force также установлен на данном велосипеде. Велосипед 56 размера подойдет для людей ростом 174-184 см, плюс-минус там погрешность. Также хочу вам сказать, что велосипед в очень такой красивой расцветке, бордовой, яркой, алой, под солнечным светом. Очень красиво смотрится, переливается. Все-таки треки, они умеют делать цвет, у них все велосипеды выполнены в очень красивых расцветках. И тут у нас имеется такая вот защитка рамы от грязи, которая будет попадать в процессе езды в нижнюю часть рамы. Вилка у нас тут исполнена с такого вот серого-бесцветного лака. Под ним мы можем увидеть рельефность карбона, текстуру его. Руль у нас тут Bontrager, стоковый, карбоновый, вынос алюминиевый. Карбоновый подседел. Подседел тут такой в стиле трек, который надевается на часть рамы. И это все подводится под геометрию определенного спортсмена. Седло у нас тоже такое интересное тут установлено. Bontrager. Также я бы хотел отметить немаловажную часть, это то, зачем гоняются большинство райдеров, большинство велокомпаний, это вес. Вес данного велосипеда составляет порядка 8,5 кг, и этого веса не было бы, если бы здесь не стояли карбоновые обода Bontrager Lowest Pro 3V, карбоновый шатун SRAM Force, как ранее говорил, и в принципе беспроводное навесное оборудование SRAM Force плюс машинка SRAM XX1 Eagle. Велосипед стоит недорого, 299 тысяч рублей. Считаю данную стоимость оправданной. Если вам понравился данный велосипед, вы можете написать нам на Авито. Мы вас проконсультируем по поводу приобретения данного велосипеда у нас. Ссылка на наш Авито аккаунт находится в описании под видео, либо в закрепленном комментарии. Если вам понравилось данное видео, поставьте лайк, пишите комментарии, обратную связь. Буду рад. Спасибо, до свидания.